Мировая экономика становится все более закрытой. К такому выводу пришли авторы доклада о глобальной открытости. Его представили на Международном экономическом форуме Хуньцяо в рамках импортного экспо в Шанхае. Всемирный рейтинг, который оценивает 129 экономик мира, показал, что за последние 15 лет глобальная открытость снизилась почти на 5,5%. При этом авторы документа отметили успехи Китая в расширении экономической открытости. С 2008 по 2023 год ее индекс вырос почти на 12%. И это один из лучших результатов в мире. С 2012 года Китай проводит реформу экономики. Она включает преобразование систем экономического управления, связанных с иностранным капиталом, а также оптимизацию госуслуг и улучшение рыночных механизмов. Кроме того, страна продвинулась в модернизации национальной системы управления. Показатели мировой открытости рассчитывают в Академии общественных наук КНР и Центре исследований при экономическом форуме Хуньцяо. Аналитики учитывают такие факторы, как размер импортных пошлин, трансграничные инвестиции и даже цитируемость в международной научной литературе.